Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как успокоить кошку без использования лекарств. Бывают ситуации, когда кошку необходимо успокоить и помочь ей избавиться от стресса. Есть много причин, по которым мяукающие нервничают. От поездок на дачу, медицинских манипуляций, до появления других питомцев и прихода гостей. Стресс у кошки нередко приводит к возникновению обострению заболеваний, навязчивым действиям, извращенному аппетиту и деструктивному поведению. Устранить причину стресса не всегда возможно, но кошке все равно нужна помощь. Можно ли успокоить животное без использования лекарств? И как это сделать? Давайте разбираться. Первый способ успокоить кошку без использования лекарств – создать для питомца необходимые ему условия. Это поможет успокоить кошку, которая недавно попала к вам в дом. Дайте время мяукающему другу привыкнуть к новой обстановке. Не стоит брать питомца на руки, если он не хочет. Лучше всего спокойно приносить еду и воду, разговаривать ласково и тихо с животным, не мешать его приемам пищи. Если кошке спокойно и комфортно в своем доме, стресс от новой обстановки будет переноситься легче. Следующий способ успокоить кошку без использования лекарств – кормление с рук. Это помогает создать положительную связь с хозяином. Кормить лучше всего любимыми лакомствами питомца. Так кошка сможет почувствовать себя в безопасности и успокоиться. Кошка может нервничать из-за перемен в обстановке, если один из ресурсов стал труднодоступным. Например, если питомец перестал иметь доступ в любимое место из-за перестановки в квартире или новой мебели. Позаботьтесь о том, чтобы, несмотря на изменения в доме, мяукающий друг по-прежнему имел доступ ко всем необходимым ему ресурсам. Следующий способ успокоить животное – искусственные феромоны. Обычно они продаются в виде жидкости с флаконом-испарителем. Если кошка чувствует их запах, она принимает его за собственный запах спокойствия. Не все кошки одинаково чувствительны к таким средствам, но в целом феромоны помогают питомцам успокоиться перед поездками, сглаживают реакцию на гостей и на новых членов семьи. Еще один способ успокоить питомца без использования лекарств – музыка для кошек. Мяукающих друзей успокаивает урчание. Поэтому, например, питомцы часто урчат на приеме у ветеринара, чтобы снять стресс. Чтобы успокоить кошку, можно включать ей урчание в записи или специальную музыку для мяукающих. Теперь вы знаете, как успокоить кошку без использования лекарств. Если ваш мяукающий питомец находится в стрессе, попробуйте один из перечисленных нами способов. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!